болгарский ресторан. Давно о нем слышал, ни разу здесь не был, но он славится вкусным шашлыком и приличными ценами. Что, зайдем, вкусно поужинаем сегодня. Ресторан находится в Донкастере, называется он Витоша. Меню приятно удивило. Я люблю такие менюшки. Там есть закусочки. Я так подержу. Мне понравилось, что даже свиные уши здесь есть. Разнообразное меню, приятные цены. Я сниму вот так вот. Мы можем еще есть внутри, если хочешь. Филе Елена. Бастурма, короче. Телятина. Разные колбасы, салаты. Супчики. Меню на русском, все понятно. Даже спрашивать не надо. Шашлык из баранины, 13.50. Где вы такие цены видели? Супер вообще. Придем еще, если будет вкусно. Вот набор классный, много шашлыка на 3-4 персоны, 44 фунта всего лишь. Десертики, коктейли классические, космополитен, секс на пляже, ну такие приотельные, Турции, скажем так. Тортик обалденный, как я люблю. Да, он вкусный был, мы пробовали. Что у нас тут? Пиво. Пиво болгарское, что тоже нравится. Попробуем. Вино болгарское тоже. Классное меню. A few moments later. Возьму я пиво Каменицы, Загорка, Шуменское и Перинское. Попробуем. Ни одно из них я не пил, очень интересно. Это Шуменское ты пил, нет? Вот я тебе приносила Шуменское. Ну я не помню уже, поэтому все будет как в первый раз. А из мяса что мне взять? Тут набор какой-то тоже был. Бутылка водки. Смотри. Что это? Такой алкогольный набор. Возьму баранину, наверное, попробую. А я буду вино. Хотя не, микс грилл возьму, не? Я вот не знаю, что за chicken liver или... Do you think you're ready to order? I think so. Well, I need your recommendation, because I don't know what to choose. I really fancy to try the heart. I know how to cook it roughly, but interesting to try. Or liver, what is better? What you recommend? It depends if you like the sandy taste of the liver. Liver, yeah. Is like mixed up with the onions and... Yeah, both of them, we can make them the same way with pepper and onion. The hearts are more meaty and the liver is, you know, how it's melting. Yeah. It depends if you like this taste. Okay, let's try them that way. So it will be one portion of that with these potatoes. Okay, village style, yes? Okay, the hearts and potatoes. Yeah, so it will be... Is it... Do you put some salad on the side, or is not none? No, no, but we can add if you want, or you can order separate salad. Green salad to go, or yeah, yogurt salad too. Let's do that one. Okay. Yeah. Then it will be one portion of chicken nuggets. Okay. With the homemade chips, but it will be one portion for him. Okay, so you want the bread with the cornflakes, yeah? Yeah. Choose. So I want the pig ears. Lamb shish. And beer Kamenitsa, Zagorka, Shumenska and Perinska. Four of them. Four of them, yeah. I want to try everything here. Do you want me to give them to you one after another? Yeah. So two straight away and two after. Okay. Yeah, thank you. Okay. And for me it will be one pleasure. Okay. And one cola for this gentleman. Okay.
That's it for the moment. Perfect. Thank you. Great. Thank you very much. Yeah, thank you. Так что ты в итоге что? Твой муж какая пиво хорошо? Ты покупал? Ага. Какое было хорошо? Один раз пиво. Шуминскую, один раз Загорка. О, оба хорошие были. Да? Да. Если пиво не горчит, оно хорошее. С твоей кулиджанкой пришла и после заходила ко мне. Да, да, да. Да, позорула он. Похоже на наше пиво чем-то, мне нравится, да. Ценитель пива. Да, пиво я люблю. Да? А в Болгарии тоже любят пиво, я знаю. А? Кола. Да, да. Маленький. У нас есть пять таких маленьких на мой сын. На его мой сын. Помолчи. Есть постарший сын и моя дочка. Пять внуки есть у нас. И все играются в гаджеты, гаджеты, да? Сейчас время такое. Маленький-маленький, с руку так. Так мы летим на море, они и там в телефон. Да, да. Ничего не меняется. Как ты сердечки, да, взяла с картошкой? А чего, закуску никакую не взяла? А там порции большие. Да? В прошлый раз мы брали. Я хотел колбасу взять за 17, но ты бы не ел ее. Да. Это с Андреем, если поедем, тогда интересно будет попробовать. Вкусно. Туалет, это что на втором этаже? Я не знал, что тут место классное такое. Но? Подружка показала. Я его видел раньше, но... А давно здесь это место? Есть, только. С ковида? Предложили нам перебраться. Вот так сниму, пока иду. Какая приятная обстановочка. Прикольно, да? Угу. Да, мне нравится. Прикольно. Пиринское пиво. Вот так вот выглядит. Все из-под льда принесли. Шикарно. И Загорка. Thank you. Сейчас будем дегустировать. Жене принесли вот такой коктейльчик. Симпотненький. Я, с вашего позволения, попробую чуть-чуть. Шикарно. Кисленький, приятный. Ну, попробуем пиринское, светлое. Вот, сравнить с чем, допустим. Вот на Жигулевское барное чем-то похоже. Такое легенькое-легенькое, приятное пиво. В жару самое то. Загорка. Очень похоже, что это, что это. Хорошее качественное пиво, как я люблю, мне нравится, да. Что-то у нас по градусам. 5 градусов. Вообще 5 градусов не чувствуется, как будто 4,2 максимум. А здесь сколько у нас? Не могу найти. А, тут 4,4. Хотя они абсолютно идентичные по вкусу. Вот так выглядят свиные уши поджаренные принесли. Хотя я думал, что будут обычные. Но это даже еще лучше. Это садзики чистый такой. Садзики с хлебушком, салатик. Принесли клубничку тоже. Комплимент такой небольшой. Наггетсы. Первый раз вижу такие наггетсы. Выглядят они мега круто. Ну и картофан, как обычно. А вот это очень мило. Такого я еще ни разу не видел. Подача. Просто изумительная. Оливковое масло. А там что, уксус? Наверное. Попахивает как что-то гранатовым, по-моему. Або что-то коричневый такой. Ну, круто. Ушки лимонч. Таких ушей я еще нигде не видел. Уши
что я люблю свиные. Интересно, я не могу. Я пил лимон как-то чуть-чуть. Сам. Боже, как это вкусно. Да? Угу. С чесночком. Великолепно. Не зря взял. В таком виде я даже не знаю, как это приготовить. Потому что можно греть, нет? Не знаю, мне или кажется, запеченное. Да, или тушится. Скорее всего, запеченное. Вон, масло. Ну да, это от этого свой собственный сок. О, опять! Попробуй. Я не люблю уши, я не люблю. Пахнет очень вкусно. Я не знаю, как тебе объяснить, но что это похоже. Там хрящи, я не могу такое. Вкусняшка такая. Сочная. С пивом просто бомбически. Вау. А наггетсы как будто в хлопьях, да, сделано? Угу. Хлопья. Наподобие KFC что-то. Угу. Надо посолить. Так. Поперчить. Не, ладно. Мистер Бич, please. Так вот. Еще тут делают свинью на гриле, если заказать. Делают банкеты, праздники, то бишь отметить день рождения, здесь можно просто на ура. Прям на вертеле делают свинку на улице. Мало где в Англии можно такое заказать. Всем рекомендую это место, кто меня смотрит, обязательно заходите сюда. Это Донкастер. В принципе, с такой порцией можно покушать, да? Я тебе говорила, не разгоняйся. Ну, баранину. Я всегда пробую баранину. Здесь есть боксы кейковые, так что ты можешь взять себе. Не, я скушаю, нам спешить некуда. Прикольчи еще. Не, если в Болгарии так кормят, я готов в Болгарию ехать. Это лучше Турции точно. Ну, я поэтому смотрела, там реально говорю, что рестораны, что обслуживание там офигеть какое. Ну, я в Турцию вообще ехать не хочу и в этом году. Какая ты мне сказала, какие там цены подняли, пошли они нахер. Приколь сейчас. Не знаю. Вкусная картошка. Это еще приколь. Реально вкусная картошка. Как домашняя. Приколь. Это homemade fries. Это не фри, это чисто сами сделали. Очень не из пакета, как многие. Она очень вкусная. Угу. И полезная, да? Что ты, прикол? А ты что записываешь? Я знаю, это влог. Влог мукбанг. Какой мукбанг? То, что мы сейчас снимаем, это мукбанг называется. Как это понять? Не знаю. Хорошо, а чем? Но еда на камеру это мукбанг. А, ну. Вкусненько тебя? Угу. Cornflakes. Жирненько такое. Да я не хочу, я не люблю такой. Ты не любишь тадзики? Mm. Ага, я люблю аджики, а не тадзики. A few moments later. Это сердечки? Да. Жена заказала сердечки, принесли. Запах просто. О, картошечка домашняя. Сейчас я у жены выцегоню попробую. Thank you.
английская. Это не английская картошка. Офигеть. Как в деревке, да? Как будто в деревне у бабушки. Очень вкусно. Они нежные. Если вот этот колорит весь английский сзади убрать, как будто где-то реально в Болгарии находится. Либо у нас в деревне кушать вкусно. Очень супер. Вкусно. Обалденно. И с овощами все это протушено. Это очень вкусно. И очень быстро приносят. Реально, сколько мы тут сидим? Максимум 20 минут уже все принесли, кроме шашлыка. Ну, шашлык, естественно, он не делается сразу на углях. Вообще, вышка. Later. Вот так выглядит шашлык из баранины за 14 фунтов в болгарском ресторане. Просто посмотрите, с этой порцией просто уже наесться конкретно можно. Зачем что-то еще брать? Ну просто не кайф ли? Обалденно. А какой-то соус у нас здесь тоже есть. Ну, макнем картошку сюда, попробуем. Я пока не понимаю, что это. Это как из баклажанов. Что-то такое. Так пожарить баранину, это надо очень постараться. Повар профессионал своего дела. Руку надо пожать. Руку пожать надо, да. Реально вкусное мясо. Потому что у баранины какой-то привкус всегда есть, какой-то да, непонятный. Да. Здесь вообще нету. Ну, привкус в основном идет, когда она остывает, пока горячая, она вкусная. Это остынет, тоже будет уже не очень. Надо все съедать. Ну, соуса мне. Соус для картошки неплохо. Ой. Не, это мясо надо есть без соуса, без ничего. Чисто чувствовать мясо, так и надо. Ой, обалденно. 10 из 10, реально. Круто. Лучше уже точно не придумаешь. Я тут перехвалю, наверное, да? Ну, я правда доволен. Ну, я врать не буду. Мне за рекламу никто не платит, я просто говорю, как есть. Идеальное место. Я говорил вчера, что Гинсанг мое любимое место, нет, теперь это номер один, реально. Ну, ближе к моей кухне, как армянская, грузинская, что-то наподобие. Вот все здесь вперемешку и все в одном месте. Супер. Еще тут десерты такие делают. Супер! Вкусно? Супер! Но я пробовать не буду. Я буду пробовать шуменское и каменицу. Напоследок принесли. Еды уже нет. Все умяли. Остались вон. Я тебя очень прошу попробовать. Полосочки ушиные. Ладно. Прошу тебя. Просто попробуй это мороженое. Офигеть, да? Ну, хорошее мороженое, качественное, да. Ванильное, вкусное мороженое. Прям оно такое сливочное, знаешь. Ну, не моя тема в любом случае. Я не по сладкому. Я бы лучше уж побольше поел.
Ну, не суть, пробуем пиво. Шуменская традиция качества, 1882 год. Вот так вот. Что тут по градусам? 4,8. Вот это топ. Самое лучшее пока что. Из четырех. Шуменская офигенно. Ну, и Каменица. Что тут по градусам у нас? Четыре и четыре. Ну, вот Каменица, вот все остальные, они все на один вкус, реально. Отличий не вижу, отличия только в градусах. Вот Шуменская, вот самая лучшая пока что, реально. Вот, супер. Все вкусное пиво, да, но то лучшее. Ни одно пиво не горчит, все хорошо. One hour later. Что, покушали мы на 88 фунтиков, что вполне нормально за количество еды, напитков на троих. Абсолютно достойно. Обязательно сюда вернемся. Теперь это мое любимое место. Все литовские, в которых я был, и так далее, английские, я туда больше не пойду. Лучше доехать сюда и реально качественно отдохнуть. Супер место, всем рекомендую. Всем пока, с вами был Валдос.